just sit back and collect gold. Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот Сотого Левела. И я продолжаю проходить игру Assassin's Creed. Поехали. И сейчас мы отправимся в Дамаск. Так ведь? Да, Дамаск. По идее, я, если точно помню, я в той серии переместился уже в Дамаск. Но игра, видимо, не сохранилась. Или нет? Не, я уж не помню. Если у вас закончились ножи, вы можете взять новые в Массиах или украсть их у бандитов. Массиах. А где Массиах? Я не помню уже. О, герой Дамаса. Заходи и поболтай. Расскажешь о своих приключениях. Боюсь, у меня нет этого времени. Понимаю. Теперь это время читать. Нет, все не так. Ну, конечно же, нет. Так чем я могу тебе помочь? Мне приказано отнять жизнь у человека по имени Джубаир. Старший ученый Салах ад-Дин, странный у Барцеля. Ну, кто я такой, чтобы критиковать волю повелителя? Уверен, у него есть причина. Так ты знаешь этого человека? Да, я последние несколько дней был с мазами, собирал ученых и посылал их на улицу проповедовать. И о чем они говорят? О свете, огне, об очищении грехов. На мой взгляд, бессвязная чушь. Вся эта болтовня о дорогах и новом мире. Что такое новый мир? Понятия не имею. Я не вслушиваюсь, бред безумцев. У меня хватает своей работы. Хорошо. Я пойду поброжу среди толпы. Может, удастся что-нибудь узнать. Где мне начать поиски? Югу отсюда, когда имеет сторожевая башня. Там ты наверняка что-то узнаешь. А на постройке есть больница, которую тебе тоже стоит упомянуть. Я приступаю немедленно. Какой энтузиазм, да? Ты изменился, и хочу заметить, в лучшую сторону. Поехали. Начинаем расследовать, обследовать все. Так, ну что, начнем с точек обзора, пожалуй. Где тут самое близкое? Самое близкое, это вот это у нас. Ну, пойдемте посмотрим. Так. Где? Вот. Ничего себе, тут есть простой родной, бедняцкий, бедный и богатый вроде. Так, стоп. Куда мне? Алло. А, вот ты. Письмо и отдал его Нумаиру. Он сказал, что разыщет тебя и передаст письмо. Но по твоим глазам я вижу, что этого не произошло. Поэтому не трать зря время со мной, а разыщи Нумаира и забери у него письмо. Давай быстрей. Куда бежать? Вон туда, окей. Поехали быстро. Опа. Я думаю, я не успею, но путь обследую чуть-чуть хотя бы.
надо быстрее. Может быть, и успею. Сейчас не буду тут трындеть. Так, охранник как раз развернулся. Ой, бля. Давай, давай. Быстро залезай, быстро. Ассасин, давай. Прошу тебя, умоляю. Я успел. Да слезь. Так, я немного забыл, как драться. Давайте сейчас вспомним немножечко. Как бы тут окно, ассасин. Вот перед тобой окно, залезь на него. В чем проблема? Тупой даун. Просто тупость зашкаливает. А я не хочу ходить. Я буду дальше лезть. Ну и долго сюда лезть. Ух ты, ничего себе, сколько заданий. Нормально. Yeah.
Ах ты чмырь. Ну чё, один на один, давай. Петух. Тупой, да он. Кража не нужна? Или... А, это просто подслушать, окей. Здесь кого-то побить. Ступай и доставь его. Того, для кого оно предназначено, ты найдешь в Медресе. Всюду вокруг нас смотрит, ждет, искушает и надеется. Блять, да, достали вы меня, чмошники. Что тебе надо, чмошник? Заткнись, а я тебя убью сейчас, чмырь. Как ты, блядь, заебал меня, блядь, гамбо. Да убей ты его, ёбаный долбоёб.
Кража? А где он? Просто вот так вот иду. О, найс, спавнитесь. Так, бюро ассасинов надо. Быстро. Сука, тупой ассасин. Давайте я спрячусь быстро вот тут, я не знаю, тут вон он бежит, допустим, я его, можно обмануть его как-то? Вот он бежит в эту сторону, в эту сторону. А как ты меня спалил, да, он тупой? Тебе ж конец. Блять, ты охуел, что ли? Пиздюк тупой. Давай быстрее поговорим с этим, как хз, как он зовут. И все? Серьезно, так быстро? Лол, я не знал то, что я его так быстро убью. Самое быстрое, наверное, убийство вообще за серию. Ну как за серию, в смысле, допустим, я новый город начал проходить. И тут же уже его и заканчиваю. Я всего два задания выполнил. Ну, хотя это связано с тем, то, что я ходил, обследовал здесь точки обзора, когда были другие задания. Поэтому, считайте, мне повезло. Поэтому я так быстро и заканчиваю. Это что сейчас было? Музыка изменилась. А что, здесь нельзя прыгать? Здесь ничего делать нельзя, лол. Все книги и рукописи в городе должны быть уничтожены. Друг мой, не нужно этого делать. Эти пергаменты хранят множество знаний, что с благой целью оставили нам наши. И что же это за цель? Знание будет маяком, что ведет нас, спасая от тьмы невежества. Нет, эти свитки полны словами лжи. А я разум и
тексты несут дар знания. Они нужны нам. Ты так любишь свои драгоценные записи? Ты бы сделал все ради них? Да, да, конечно. Раздели же их, сухой! Так будет с каждым разделяющим его мысли. Кто еще встанет на моем пути? Я. Можно мне, пожалуйста? Хорошо. Ваша задача проста. Вступайте в город. Собирайте все записи, что найдете, и складывайте в кучи на улицах. Когда вы закончите, телега их заберет. Все они будут уничтожены. Да-да-да, давайте, уходите, пацаны. Я тут один на один с ним разберусь. А ты куда выходишь-то, сынок? Ты там давай дверь закрой. А, стоп, мне их надо убить всех, лол. Вот это я поторопился, конечно. А типа, если я их скрытно не убью, задание не засчитается, да, я так понимаю? Или же нет? Вот это, конечно, отлетел, дружочек. Сука, блядь, тупой ассасин, блядь, как он это меня бесит. Вот, смотрите, видите, белые полосы, чамсы, как бы, отображаются то, что я направляюсь на другого человека, блядь, а это уёбище, оно не направляет на другого человека. Тупое животное. Сейчас буду умереть. Так, первая наша цель. Первая наша цель где-то здесь, вон он. О, я даун. А я хотел нож метнуть. Я умер, короче. Отлично. Блин, надо бы ХП восстановить, иначе я так совсем умру. Давайте убьем вот этого еще и начнем с того города. Да ухожу, я не буду помогать. В принципе, мне это не зачем. У меня последний этот остался. А в принципе. А он убежал, крысеныш вонючий. Я думал, он драться будет. А, это настоящий был. Лол. Нельзя карать за утверждение, даже
заблуждение. Ты наивен, если думаешь иначе. Это болезнь, от которой есть лишь одно лекарство. Ты не прав. И поэтому тебе надо остановиться. А ведь я, как одна из книжек, что ты стремишься спасти. Источник знания, с которым ты не согласен. И тем не менее, ты забираешь мою жизнь. Небольшая жертва, чтобы спасти много. Но как не древние свитки воодушевляют крестоносцев, что наполняет яростью Салаха Дина и его людей. Эти тексты таят опасность, несут смерть. Это тоже небольшая жертва. Это не имеет значения. Твое дело сделано. Мое тоже. Блять, тупой, а совсем как он горит от этого даун. Может, нахуй пойдешь, блять, даун? Сука, ассасин, еблан. Ну сейчас я упаду, потому что меня камнями загасят. Сука, уебище ассасинское, блять, уебище, сука. Тупой даун этот. Не может просто залезть нормально. Такой ты ублюдок. Ой, ублюдок. Тупой ублюдок, а ты ассасин. Ублюдок, тупой. Тупой ублюдок. Вы видели же дауны. Ой, блядь, ассасин, ты такой даун. Боже, как ты бесишь меня, такой тупой. Может, ты, сука, уйдешь, блядь? Блядь! Такой тупой ассасин, боже, как у меня горит от этого ублюдка. Короче, буду двигаться к лестнице. Пошел нахер. Быстро бежим сюда. Залезаем на крышу и начинаем здесь драться. Ну
Тупо развалил типов на райт-клике. Сейчас там залезет чувачок в полюбас. Полюбасу чувачок залез. Нет. Кто разговаривает-то? Кто-то из вас? И где тут можно спрятаться? Бежать до туда? Что ты смотришь-то, тупой? Идиот. Рафик, окей. Рафик, пошел нафиг. Давайте быстрее, я хочу уже закончить. Всего там было вроде... Сколько? Вот это вроде последнее убийство было. Так, давайте быстро бежим и должны заканчивать, проходить эту игру. Некоторые из них противоречат тому, что показывают на нем. Любой может написать книгу.
давайте быстрее, пожалуйста. Кстати, если он пойдет туда, можно, в принципе, с ним сходить. Потому что я не ходил. Так, продолжить. Еще одного, что ли, убить надо? Ну, ё-моё. Исполнители получают золото, и с ним умрет знание сокровища тамплиеров и угроза, которую он несет. Я все еще не понимаю, как поставить девушка может вытворить столько бед. Частицы Эдема — это воплощенное искушение. Посмотри, что она сделала с Робером. Вкусив ее мощь, он был поглощен ею. Он видел в ней не оружие, которое надо уничтожить, а инструмент, помощи которого он добьется цели. Он мечтал о власти? И да, и нет. Он мечтал, мечтает. А мир, как и мы. Но из-за него святая земля погрузилась в пучину войны. Нет, Атаир. Как ты можешь не видеть этого, когда именно ты открыл глаза мне? О чем? К чему стремится Ромеро и его последователи? К миру, где все будут едины. Я не против его цели. Я разделяю ее, но я не согласен со средствами. Мир нужно заслужить, понять и принять. Да он его найдет. И лишит нас свободы воли. Я не думал об этом с такой стороны. Не ходи ненависть к своим жертвам, это их. Такие мысли и я, и они затмят твой разум. Его нельзя переубедить, отказаться от замысла. Я говорил с ним. Через тебя. Чем было каждое убийство, если не послание? Но он предпочел не замечать их. Тогда нам остается лишь одно. В Иерусалиме ты встретился с ним впервые. Там ты его и найдешь. Да не оставит тебя силы в этой битве. Ступай, Альтаир. Закончи дело. Значит, нам еще одно дело надо. Ой, блин. Дополнительные ножи какие-то появились у нас. Ты ничего себе. Тут оружия нету. Ну ладно, давайте на этом закончим серию. Не получится у нас пройти сегодня ассасина до конца. Но я надеюсь то, что в следующей серии у нас получится это сделать. А сейчас спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.